сейчас мы хотим представить известную армянскую эстрадную певицу, заслуженную артистку Армении, которая в своих песнях поет о прекрасной земле, великолепной, неповторимой природе, любимой родине. Шушан Петросян родилась в Ереване в семье актера Самвела Петросяна и известной оперной певицы Аракс Мансурян. Шушан Петросян трижды была признана лучшей певицей. Ее альбом «Депи Еркиш» был признан лучшим поп-альбомом года. Встречайте, Шушан Петросян! Don't know.
12 сентября на легендарной арене Лужники 100 тысяч соотечественников отметят 20-летие независимости Армении. Грандиозное мероприятие с участием видных деятелей политики и культуры. В концерте примут участие Александр Серов, Валерий Меладзе, Нуне Ясаян, Люпе, Арташ Асатрян, Дзах Харут, Анди, Авраам Руссо, Живан Гаспарян, Шушан Петросян, Андре и многие другие, а также специальные гости Алабина, Сиси Кетч, Бонни М, Ингрид. Вас ждет лазерное шоу, незабываемый вечер, а в конце праздничный салют и розыгрыш 5 автомобилей. Генеральный спонсор Ташир Групп. Регионам предоставляется 50% скидка.